А? Вкусно? Очень вкусно. Чечевичный суп традиционно готовят в Италии. Считается, что чечевица в Рождество сулит богатство круглый год. Если вы решили приготовить этот суп завтра, то сегодня вечером замочите чечевицу в холодной воде. На завтра воду слейте, крупу засыпьте в холодный говяжий бульон и поставьте вариться. Тем временем обжарьте в растительном масле помидоры с чесноком и зеленью, добавьте копченую колбаску, нарезанную кубиками, и болгарский перец. Минут через 10 просто переложите содержимое сковородки в кастрюлю с чечевицей и щедро посыпьте зеленью. Суп готов! Подавать его лучше со сметанкой.